Добрый день, дорогие любители футбола. Мы вас приветствуем в славном городе Ессентуки, где в рамках высшего дивизиона премьер-группы Суперлиги имени Игоря Гамулы студенты из Грозного встречаются со студентами из Москвы в этой встрече. И он звучит благодаря, конечно же, Дмитрию Недвижаю. Помогает ему Рустам Дудов Федерации и Российского студенческого спортивного союза. Брэдлс мячом, бьет по воротам Брэдлс! И было очень опасно. Десятый номер хорошо пробил, но чуть выше перекладины проходит мяч в подачу раз за раз. Ну, здесь уже другой представитель атаки. Рахим Ильясов мяча подает именно он. Удар по воротам, гол! 1-0! Отличное начало от футболистов из Чеченской Республики. Отличная подача от Ильясова. С помощью трех стандартов подряд. И вот третий стандарт становится голевым. Подача на дальнюю штангу. Подбор за москвичами. Подача еще одна в штрафную. Опасный удар головой. И здесь выручает голкипер. Куда он перелетел. И в итоге отправился он. Доброс мяча вперед. Опасно. Можно бить. Удар. И спасает защитник. Спасает свою команду. Все оставят на тайм второй. Смотрите, много еще интересного. Хотя пас идет пока неплохой. Момент для удара. И надо было сейчас, конечно, попадать. Первый тайм подойдет к своему логическому завершению. Он говорит, ну что здесь, я теперь фолта свистну. За что? Ничего здесь и не было. Передача пока. Идет хороший пас на край. Опасно может получиться сейчас. Под правый удар по воротам. Выше ворот летит мяч. И, наверное, сейчас арбитр будет давать свисток. Так оно и есть. Так оно и есть. Футболисты ЧГО держат свою вторую победу на турнире. Ну а я желаю вам здоровья. Здоровья вам и вашим близким. До встречи на турнирах.